Радио «Вера» представляет. Сегодня, 16 августа, Церковь вспоминает преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, преподобного Антония Римлянина, мученика Рождена, священномученика Вячеслава Луканина. Преподобные Исаакий, Далмат и Фавст были игуменами Далматской обители. Преподобный Исаакий жил в IV веке в Византийской империи. В это время к власти пришел император Валент, сторонник ереси арианства. Это учение отрицало равенство природы Бога Отца и Бога Сына. Валент насаждал эту ересь и закрывал православные храмы. Тогда Исаакий отправился в Константинополь, чтобы убедить императора одуматься. В это время Валент вел свои войска на битву с племенем вестготов. Монах закричал царю из толпы: «Отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе». Валент разгневался и повелел заточить Исаакия в темницу. Но предсказание сбылось. Войско было разбито, а Валент погиб. Новый император Феодосий освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов. Преподобный Далмат жил в конце IV века. Он служил в войске святого благоверного царя Феодосия Великого и пользовался его уважением. Потом он оставил мир и вместе с сыном Фавстом ушел в обитель преподобного Исааки. Со временем Далмат стал игуменом монастыря. По его имени обитель получила свое название. Фавст, подобно отцу, был аскетом и подвижником. Монахи обители также избирали его игуменом монастыря. Церковь прославляет праведных отцов-игуменов Далматской обители и просит: преподобные Исаакий, Далмат и Фавст, молите Бога о нас. Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в середине XI века. Родители его были богатыми людьми. В 17 лет Антоний осиротел. Он раздал часть наследства бедным, а часть вложил в деревянную бочку и пустил ее в море. Сам юноша занялся изучением греческого богословия. Вскоре Антоний принял монашеский постриг и прожил 20 лет в скиту. В это время обострились отношения между католиками и православными. Скит был разогнан. Антоний скитался, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень. На нем он прожил целый год в посте и молитве. Однажды страшная буря сорвала камень и понесла его в море. Через 2 недели он остановился в Волхове, недалеко от Новгорода. Антоний долго не смел сойти на берег. Он не понимал русского языка и на все вопросы местных жителей отвечал поклонами. Через купца-соотечественника Антоний Римлянин узнал, что попал в православную страну. Он продолжал жить на камне, посещал богослужения в соседнем храме. Вскоре местные жители стали приходить к подвижнику за благословением. При поддержке епископа новгородского Никиты Антоний основал на месте своего спасения монастырь. Вскоре рыбаки в своем улове нашли ту самую бочку со второй частью наследства отшельника. Антоний Римлянин пустил все средства на устройство монастыря. Его храм Рождества Пресвятой Богородицы сохранился до наших дней. Преподобный Антоний Римлянин прославляется Церковью как подвижник и аскет. Не забываем мы и о его делах милосердия, заботе о ближних. Церковь верит, что ныне он предстоит перед Господом и просит преподобного Антония о молитвенном заступничестве. Моли Бога о нас. Мученик Рожден жил в V веке. Он был персом и исповедовал зороастризм, религию, сторонники которой поклонялись огню. Его имя означает «светило веры». Рожден происходил из знатной семьи, служил при царском дворе. Много лет он был наставником персидской принцессы. Когда та стала женой грузинского царя Вахтанга Великого, Рожден переселился в Грузию. Царь оценил ум и таланты придворного и сделал его своим советником. А придворные и народ полюбили перса за простоту и добродушие. Со временем он глубже узнал христианство и принял крещение.
Мир в стране нарушил новый персидский царь. Он начал войну с Грузией. Рожден стал во главе обороны. Он преданно защищал свою новую родину и новую веру. Персам удалось схватить военачальника. Рождена пытались заставить отречься от Христа, сначала уговорами, а потом пытками. Но тот оставался непреклонен. Персидский царь с уважением относился к прежним заслугам вельможи. Он разрешил тому перед казнью съездить к семье, так как знал, что Рожден сдержит свое слово и вернется обратно. Втайне царь надеялся, что свидание с родными сломит волю Рождена. Но христианин вернулся с твердым намерением пройти путь мученика до конца. Его распяли на кресте вместе с четырьмя разбойниками. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников побуждением к терпению, руководством к мужеству, корнем, источником и матерью всех благ. Прославляя мученика Рождена, мы просим его: моли Бога о нас. Священномученик диакон Вячеслав Луканин родился в 1882 году в Перми в семье священника. Он получил духовное образование и стал регентом, то есть руководителем хора. Через некоторое время Вячеслав переехал в город Кизел. Местный луканинский хор стал самым лучшим в Соликамском крае. Его регент был удостоен множества наград. В 1912 году Вячеслав стал диаконом. Он женился, в семье родилось 9 детей. Последняя дочь, Людмила, появилась на свет через 2 недели после мученической гибели своего отца. Трагедия произошла в Невьянске, где с марта 18 года служил отец Вячеслав. Незадолго до праздника Преображения Господня регент собрался вместе с хористами, чтобы обсудить план торжеств. Они засиделись допоздна и нарушили комендантский час. Отряд красноармейцев арестовал собравшихся. На следующий день всех привели к церкви и заставили рыть могилы. Отец Вячеслав попросил напоследок помолиться перед смертью и зашел в храм. Там в это время орудовали красноармейцы. Они срывали со стен иконы, выламывали оклады, крушили, что могли. Луканин стал молиться о вразумлении вандалов. Один из солдат выстрелил ему в спину. К лику святых диакона Вячеслава Луканина причислили в 2002 году. Прославляя российских мучеников 20 века, церковь призывает верующих задуматься: достойны ли мы той жертвы, которую принесли новомученики? Мы ищем в житиях святых исповедников источник их стойкости и мужества. И этот источник – глубокая вера. Вспоминая священномученика Вячеслава Луканина, мы просим: моли Бога о нас. –